Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин, преподаватель высшей школы трейдинга компании «Альпари». Я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите, и у нас есть с вами обратная связь. Делаю небольшую паузу, жду, когда вы отреагируете. Итак, видно, что все хорошо. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. То, что у нас с вами выходило сегодня, что у нас еще впереди. Хотя все основные новости уже в основном вышли. Ну, а затем посмотрим технический анализ, что сегодня нам будет говорить среднесрочная консервативная торговая система. Так, рано утром было выступление заместителя главы Резервного банка Австралии. Конкретно его слов в выступлении я не нашел. Чуть позже я вам скажу, что там, какое было резюме в новостном потоке Dow Jones по этому поводу. Но нужно сказать, что по Австралии одновременно с этим вышел индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии. Квартальные данные, они показали отрицательную динамику с 4 до полного нейтрального значения, то есть изменений никаких не произошло. До этого была цифра положительная в 4, то есть теперь у нас с того времени никаких изменений. Ну и вот австралийский доллар сегодня два раза реагировал снижение в течение сегодняшнего торгового дня. И вот в частности, что говорится относительно перспектив Австралии и австралийской валюты в новостной ленте Dow Jones. Вероятность дальнейшего понижения ключевой ставки Резервного банка Австралии резко выросла после того, как Commonwealth Bank of Australia стал вторым крупным банком в стране, повысившим ставки по ипотечным кредитам. А у нас здесь прямая зависимость. Чем выше ставки по кредитам, тем, соответственно, вероятность того, что центральный банк начнет понижать процентные ставки, абсолютно прямая. И вот что дальше пишут в новостной ленте Dow Jones. Там говорится, что повышение ставок по ипотечным кредитам многими банками увеличивает вероятность дальнейшего понижения ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии, говорит Дина Спинелли из сиднейского отделения UBS. Это окажет понижательное давление на австралийскую валюту. По словам Спинелли, срок возможного понижения ставки Резервного банка Австралии остается пока что неопределенным, но он считает, что это произойдет в течение ближайших 6 месяцев, то есть где-то вот полгода он примерно отводит на цикл понижения процентных ставок. И основной причиной смягчения кредитно-денежной политики станет неоправдывающий ожиданий рост экономики Китая. То есть опять все стрелки переводятся на Китай. 2 часа 50 минут. Сегодня были данные инвестиции в иностранные облигации по Японии и иностранные инвестиции в японские акции. В первом случае у нас отрицательная динамика. С триллиона упала до 491 миллиарда. Это инвестиции в иностранные облигации. Иностранные инвестиции в японские акции сократились на 29 миллиардов. То есть до этого был рост в полтриллиона, теперь падение. Причем падение достаточно существенное. То есть здесь мы с вами однозначно видим отрицательная динамика, негативный фактор в целом для японской экономики. В 11.30, то есть это то, что у нас с вами было в азиатскую сессию, далее в 11.30 вышли данные по Великобритании, розничные продажи, годовые и месячные данные оказались очень и очень хорошими. И продажи без учета топлива, годовые и месячные данные тоже показали хороший уверенный рост. Но здесь вполне есть определенные объяснения. Сейчас я вам это как раз зачитаю. Что говорится в новостной ленте Dow Jones? Здесь достаточно любопытный факт. Вот посмотрите, пожалуйста, что стало драйвером этого роста. Факт достаточно любопытный. Итак, благодаря чемпионату мира по регби, розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли. О чем свидетельствуют опубликованные сегодня официальные данные? Эти показатели улучшили перспективы роста экономики страны в третьем квартале на фоне признаков ослабления в других секторах. Продажи розничной Великобритании в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,9%, сообщило Национальное бюро статистики.
называется оно, аббревиатура ОНС. Это был самый сильный рост почти за два года. По сравнению с таким же периодом прошлого года рост составил 6,5%. Впечатляющие, согласитесь, цифры, да? Эти данные намного превысили прогнозы опрошенных Wall Street Journal на прошлой неделе экономистов. По данным ОНС, Бюро статистики, чемпионат мира по регби, который сейчас продолжается в Великобритании, сильно поддержал розничную торговлю, хотя Англия, где проживает 84% населения страны, рано выбыла из борьбы за призовые места благодаря большим скидкам, увеличились продажи продуктов питания и алкогольных напитков. То есть сама Англия выбыла, но тем не менее интерес подогревается за счет алкоголя и преимущественно пиво, как раз отмечается в этой статье. Восстановление розничных продаж после двух месяцев слабого роста – хорошая новость для британской экономики, которая в третьем квартале демонстрировала признаки замедления роста. Показатели розничной торговли также отражают состояние сферы услуг, основного сектора экономики страны, на который приходится почти 80% ВВП. То есть сфера услуг, она как раз является определяющей в экономике Великобритании. Далее здесь была небольшая статья, посвященная ВВП Германии. Сейчас мы с вами ее найдем. А дальше поговорим о ключевых событиях текущего дня. Итак, по Германии сегодня. Проблемы экономики Германии усиливаются из-за ослабления роста в таких развивающихся странах, как Китай. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса, которые позволяют предположить, что в следующем году рост крупнейшей экономики еврозоны существенно замедлится. Тут приводятся дальше цифры. Согласно прогнозу ассоциации, которая проводила вот это вот как раз исследование, в 2016 году экономика Германии вырастет всего на 1,3%. В правительстве ожидают, что ВВП Германии увеличится на 1,7%, а в 2015 году и на 1,8% году в 2016. Оптимизм относительно перспектив на ближайшие месяцы снижается, было сказано в докладе, особенно сильно беспокоит, проявляет беспокойство в промышленности, в промышленном секторе, где оно усиливается из-за опасений относительно внешнего спроса. Внешний спрос падает, соответственно, перспективы экспорта очень сильно падают, а экспорт – это очень мощная статья, которая составляет основной драйвер экономики еврозоны. В 14.45 сегодня состоялось решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Ставку оставили без изменения на уровне 0,05%, положительную ставку, очень-очень низкая. А вот дальше в 15.30 были самые основные события. Ну, во-первых, нужно сказать, что вышли очень неплохие данные по Соединенным Штатам по рынку труда. Первичные и вторичные заявки по безработице оказались лучше прогнозных значений. Индекс национальной активности Чикагского ФРС тоже оказался лучше, чем в предыдущий отчетный период. До этого было минус 0,31, теперь минус 0,37. Тоже, в общем-то, положительная динамика, хотя показатель находится в красной зоне. А вот одновременно с этим у нас, во-первых, были данные по Канаде, розничные продажи. Месячные данные показали лучший результат, чем ждали. По прогнозам ждали рост на 0,1% и получили рост в 0,5%. А вот продажи без учета автомобилей показали совершенно нейтральную динамику, хотя ожидали роста в 0,1%. И вот, как я уже говорил, одновременно с этим началась пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Начал выступать Марио Драги, и на фоне его заявлений европейская валюта очень и очень сильно полетела вниз. То есть было достаточно серьезное падение, ну а дальше вслед за ней отреагировали многие валюты, промышленные, а вот сырьевые валюты такой сильной динамики не показали. И вот про Марио Драги, в частности, вот здесь сейчас вам зачитаю, какие были слова на текущий момент. Итак, поехали. «Программа покупки активов проходит гладко», — сказал Марио Драги. «Внимательно отслеживаем информацию, поступающую после сентябрьского заседания».
Так, далее. Опасения относительно перспектив роста развивающихся экономик сигнализируют о понижательных рисках. Степень кредитно-денежного стимулирования нужно будет вновь проанализировать в декабре. Совет может и хочет использовать все доступные инструменты в случае необходимости. Покупки активов будут продолжаться до сентября 2016 года или дальше, если в этом будет необходимость. Ожидаю, что восстановление экономики будет продолжаться, хотя его будет сдерживать ослабление внешнего спроса. Кредитно-денежная политика будет поддерживать внутренний спрос. Падение цен на нефть должно оказать поддержку доходам домохозяйств. Баланс рисков для перспектив экономического роста смещен в негативную сторону. Годовая гармонизированная инфляция потребительских цен будет оставаться очень низкой в краткосрочной перспективе. Годовая гармонизированная инфляция вырастет в конце года. Остается дальнейшее ускорение инфляции, ожидается дальнейшее ускорение инфляции в 2016 и в 2017 годах. Кредитно-денежная политика не должна быть единственным инструментом. Подробно обсуждались все инструменты, которые могут быть использоваться, но выбор мы так и не сделали, сказал Марио Драги. Он подтвердил, что банк готов действовать в случае необходимости и сказал, что будет изучать всю поступающую, входящую информацию. Внешний спрос продемонстрировал серьезную слабость, базовая инфляция в основном стабильна. Далее он сказал, что мы наблюдаем тесную корреляцию между общей инфляцией и среднесрочным инфляционным ожиданием. Ситуация на рынке кредитов улучшается, обсуждалась возможность снижения ставки по депозитам. Как я уже сказал, реакция была достаточно бурная, евро начал снижаться, за этим пошли и некоторые другие финансовые инструменты. Прогнозы восстановления экономического роста и инфляции основаны на полном выполнении программы количественного смягчения. Ну, кто бы сомневался, да, у нас все программы были выполнены, еще и перевыполнены даже более того. Далее он сказал, что низкая инфляция поддерживает реальный располагаемый доход, но также повышает реальную стоимость долга. То, что мы боремся с низкой инфляцией, не означает, что мы стремимся к высокой инфляции. То есть он сказал, что она будет все равно ограничена, и в конечном счете, когда инфляция начнет расти, по сути дела, ну это вполне логично и очевидно, да, что после этого программа стимулирования будет сворачиваться. Но поскольку рынок однозначно понял, что речь пойдет в декабре уже о возможном продлении сроков стимулирования, программы стимулирования, вот мы с вами наблюдали подобную реакцию. Далее в 16.00 по штатам вышел индекс цен на жилье, который показал небольшую отрицательную динамику. До этого был рост в 0,5%, теперь всего на 0,3%, но тем не менее показатель находится в зеленой зоне, то есть все равно рост, это, в общем-то, позитивно. В 17.00 у нас продажи существующего жилья по штатам, данные не очень важны, сейчас рынок не очень обращает на это внимание. Одновременно с этим в 17.00 выходит индекс опережающих индикаторов. Ну, в текущей ситуации, в общем-то, достаточно важный, мне кажется, показатель, на который имеет смысл обращать внимание, поскольку вот в периоды, когда происходят небольшие замедления, как раз опережающие индикаторы, они как раз первыми начинают сигнализировать о возможном развороте тенденции и пусть небольшом, но начале роста после того, как был спад. В 18.00 сегодня уровень промышленной активности Федерального резервного банка Канзаса. Посмотрим, какие будут данные. Вот этот весь новостной фон, который сегодня выходил. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно. Жду вашей реакции. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Затем задайте свой вопрос, если это эти вопросы у вас есть. Я постараюсь на ваши вопросы ответить. Если же вопросов нет, ставьте плюсик, и мы пойдем с вами дальше, посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Итак, делаю небольшую паузу, жду, пока вы отреагируете, пока слежу за погодой за окном. Прекрасная совершенно погода, очень солнечно, но при этом достаточно прохладно. Температура сегодня вблизи нулевых отметок в Москве, ну, может быть, чуточку повыше за счет того, что достаточно солнечный день, и все-таки атмосфера немножечко прогрелась. Итак, не вижу ни одного вопроса, поэтому давайте пойдем с вами дальше, посмотрим, как ситуация выглядит с технической точки зрения, и, как обычно, начинаем с нефтяных котировок. Вчера был у нас
день снижения нефти, но исходя от того объема, на который показал рост американский показатель, снижение произошло не очень сильно, то есть при таком большом увеличении реакции я ждал бы иной, нежели мы с вами наблюдаем на графике. Фактически отмечаем то, что быстрая скользящая средняя пересекла медленную сверху вниз, и поскольку вчерашний день продолжил свое падение, скользящий средний пятипериодный понижается, и цены находятся ниже этого значения. Это что касается нефти марки Brent, марка WTI, тоже пересечение с вами наблюдаем, но за сегодняшний день вот небольшое восстановление котировок. Существенного изменения какого-то на рынке нефти я пока что не наблюдаю. Да, произошло пересечение двух скользящих средних, быстро пересекла медленную сверху вниз, это говорит о развороте тенденции, но мы этого не наблюдаем с вами на каких-то сильных движениях. Это что касается нефтяного рынка. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Вот он очень сильно вырос за счет падения европейской валюты. И британский фунт тоже достаточно активно реагировал, швейцарский франк, да, поэтому целая корзина получила соответствующую реакцию. И вот на часах мы хорошо видим на выступлении Марио Драги, плюс подкрепленный еще данными по хорошим первичным и вторичным заявкам на пособие по безработице, достаточно мощный рост индекса американского доллара. Вот прямо на последних данных посмотрите, как он мощно стартанул вверх и превысил свое среднемесячное значение, которое составляло 95.25. Сейчас выше уровня 95.50, где-то в районе отметки 95.80 торгуется. Хороший, мощный день роста. Это что касается индекса американского доллара. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс американского доллара составляет. Начинаем с пары евро-доллар. Что нам говорит трендовая торговая система? Тренд восходящий в фазе отката, здесь тренд нисходящий. Индикаторы друг друга не подтверждают, значит, день у нас с вами не торговый. А вот до начала нашего с вами движения вниз, сейчас будет понятно, о чем я говорю. То есть вот если посмотреть на часовом таймфрейме, движение началось у нас только в последнее время. И до этого цены находились как раз выше уровня тех третей, которые делят наш с вами диапазон на зону продаж, зону покупок и на нейтральную зону. То есть цены находились в верхней трети. У нас, как я и говорил, нужно ждать закрытого дня. Нам казалось, что здесь казалось вот уже вот-вот сейчас произойдет пересечение и будет сигнал в покупку, но я вас предупредил, что нужно ждать, пока день закроется. И вот мы с вами увидели, что никакого пересечения не произошло, сигнал в продажу продолжает действовать. И если посмотреть на 4 часах в момент, когда было пересечение, у нас была достаточно такая мягкая консолидация. Все, кто вошли, я просто поздравляю. Кто исповедовал диапазонную торговую систему еще до начала новостей, вы уже должны были быть в рынке. И затем мягко-мягко, вот теперь у вас ваша позиция уже в плюсе. Имеет смысл уже защищать свою бумажную прибыль. Все, кто действовали строго по системе, здесь все должно было у вас получиться. Еще раз говорю, поздравляю, все нормально. Как минимум находимся на безубыточке. И в качестве цели у нас нижняя, верхняя граница нижней трети – это уровень 1.103 ровно по европейской валюте. Итак, какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Потихонечку уже начнете защищать бумажную прибыль, но только не переторопите, пожалуйста. Нужно все делать очень аккуратненько. Итак, жду вашей реакции, когда вы отреагируете. По европейской валюте, если есть вопросы, пишем коротенькое слово «есть», затем свой вопрос задаем. Если нет вопросов, ставим плюсик, идем дальше, смотрим
как развивается ситуация на других финансовых инструментах. Вопросов нет, смотрим британский фунт. Что у нас здесь с вами? Тренд восходящий в фазе отката, тренд восходящий в фазе отката. Ситуация не торговая, значит, по британскому фунту не торгуем. Ни о какой торговле не может быть и речи. Диапазон тоже не должен был торговаться, поскольку цены находились в средней трети в неактивной фазе. Значит, по британцу сегодня ситуация не торговая, находимся вне рынка по среднесрочной консервативной торговой системе. Поскольку здесь все достаточно однозначно, я даже не задаю вопрос, все ли ясно, все ли понятно, все должно быть предельно ясно, понятно. Теперь смотрим австралийца. Тренд восходящий в фазе отката, тренд нисходящий. Здесь индикаторы просто впрямую друг другу противоречат, значит, ни о какой торговле не может быть и речи. Находимся вне рынка. Выступаем в качестве только сторонних наблюдателей. Не торгуем. Теперь смотрим, мы закончили триаду обратных котировок, теперь смотрим триаду прямых котировок и начинаем, как всегда, с пары доллара и японской иены. Тренд нисходящий в фазе отката, тренд восходящий. Индикаторы противоречат, говорит доминанта медвежья, этот говорит доминанта бычья. Значит, они поглощают друг друга и не должно быть никакой торговли. Следующий инструмент, швейцарский франк, зеркально перевернутый евробакс. Если тот график у нас падает, то этот также интенсивно растет. Но здесь нет ярко выраженного диапазона, который был по евробаксу. Здесь у нас немножко все по-другому. И опять же, если мы даже попытаемся сейчас некий боковичок отрисовать здесь, он в принципе вот так вот можно об этом говорить. Только мы сейчас мгновение сначала измерим с вами величину в пипсах. 7 фигур вполне себе допустимо. Вот у нас 50% фиб делит как раз приблизительно на 1/3. Очень неплохо. Давайте проведем еще одну линию сейчас. И исходя из этого, я немножечко смещу сейчас верхнюю часть вот таким вот образом, чтобы у нас примерно как раз 3 части получилось. Диапазонная торговая система наверняка тоже не дает возможности торговать. Сейчас вы в этом удостоверитесь. Вот посмотрите, на daily frame мы ставим, да, нет еще никакого сигнала в продажу. У нас есть только сигнал в покупку, а цены находились в серединочке. Поэтому здесь пока что о торговле не может быть и речи, тоже находимся вне рынка. Выступаем в качестве сторонних наблюдателей. Но ситуации разные, согласитесь, да, если там у нас торгуется только диапазон по евробаксу, смотрите, да, из верхней трети идет вот сюда вниз, то здесь мы картиночку наблюдаем по франку, да, цены стартуют из серединочки и уже подходят к верхней границе, достаточно близко. Поэтому ситуация здесь чуть ли не зеркально перевернута даже получается. Не в том плане, что одна движется вверх, другая вниз, а может сложиться ситуация, что они в какой-то момент начнут двигаться параллельно, хотя должны двигаться совершенно в разных направлениях. Я именно это сейчас имею в виду. Итак, по швейцарцу трендовая торговая система вне рынка, поскольку здесь тренд нисходящий в фазе отката, здесь тренд восходящий. Нет никакой доминанты, находимся вне рынка, да? А по диапазонной торговой системе у нас нет никакого сигнала в продажу, а цены находятся в зоне продаж. Поэтому здесь пока что чуть-чуть понизим, все-таки визуально вижу, что это лишнего. Так, 93.90, а здесь 92, давайте 25 сделаем, 96.25, чтобы было ровненько. Или даже 30 поставим, это будет вот так, вполне корректно. Вот, а верхнюю границу я чуть-чуть все-таки пониже сделаю вот таким вот образом. Вот. И теперь у нас вполне нормально все это выглядит. Итак, по швейцарцу сегодня вне рынка. Канадец. Тренд нисходящий в фазе отката, тренд восходящий. То есть здесь впрямую индикаторы друг другу противоречат, значит, ни о какой торговле не может быть и речи. Находимся только как наблюдатели, сделок ни в коем случае не совершаем. Теперь смотрим последний финансовый инструмент – золото. Гистограмма понижается, уже находясь ниже нулевой отметки. Смотрим, что у нас здесь происходит. Если кто-то входил
по этой консолидации, поздравляю, уже должны быть на безубыточке потихонечку. И если значение будет упираться в зону перепроданности, а в зоне перепроданности, посмотрите даже, каких низких значений достигает этот показатель. То есть не торопитесь фиксировать прибыль. Просто начинайте подтягивать свой следящий стоп, поскольку достаточно глубокие значения вниз по индексу RSI, вот вплоть до этой линии. Мы сейчас ее с вами отрисуем, сделаем вот таким вот образом. Вот примерно на таком уровне. Может быть. То есть вполне, вполне себе. Раз это было в недавнем прошлом, значит, вполне себе инструмент может повести себя точно таким же образом. Поэтому еще раз повторю, не торопитесь сразу фиксировать прибыль, как только увидите, что индикатор зашел в эту зону. Вот он падает практически до значения 15.40. Сейчас мы его давайте тоже поправим, сделаем более ровным. Так. Вот таким вот образом. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Но те, кто входили здесь, конечно, вы должны были немножко рискованно входить, поскольку вход был не от верхней линии, о которой мы здесь с вами говорили. Итак, жду вашей реакции, когда вы отреагируете. Если кому-то непонятно, повторю, что отдается предпочтение сделкам только на продажу. Покупки мы пока что по золоту вообще даже не рассматриваем. Вопросов нет. Ну что ж, это не может не радовать. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными и осторожными. Берегите себя. Удачи всем!